нашем обзоре двух подвесов как типа велосипедов мы уже рассказывали о том, как выбирать подобную модель, какие особенности выбора вас ждут и что лучше всего присматривать. Данная модель является прогулочным вариантом, а вторая подвеска создана исключительно для повышения уровня комфорта. Да и ко всему прочему, велосипед смотрится очень классно. Стелс-фокус весит достаточно много по меркам хардтейлов, но по меркам подвесов он не такой уж и тяжелый – 17 кг. Это нормально, ведь велосипед базируется на стальной раме, что позволило значительно снизить стоимость велосипеда. Таким образом, компания Stealth намеревалась сделать свои двухподвесы максимально доступными для всех покупателей. Но даже несмотря на невысокую стоимость, у велосипеда 21 скорость, хороший переключатель японской фирмы Shimano, надежные механические тормоза клещевого типа. Велосипед действительно комфортный, приятно мягко качается. Кстати, вы можете отрегулировать жесткость заднего амортизатора, так что рекомендуем дачникам и горожанам, тем, кто ценит удобство и надежность.